самое бытование, вечерика, она приводит к тому, что часто пишешь на то, что читаешь в новостях. Тут еще и дальше будут такие стихи, которые просто являются миксом прочитанного в новостях. Ну а это просто даже с цитатой. Я прочел, меня просто поразило слово «растениевод» и «растаман», да, они как бы созвучны. А тут вышло, что милицейский протокол их просто друг другу припаял на небольшой срок. Ну это я просто цитаты из новостей прям буквально. Это я зафрендил какой-то коми-пермянский автономный округ там, значит, и у них какой-то комик.ру, значит, сайт, что ли, там чего. Вот, ну и мне, как у комиков, хотя я финно-угров поддерживаю, в принципе, вот, но у них такое. Растениевода разоблачили на днях наркополицейские, ух ты. Ух ты. При обыске в его квартире изъяли цветочный горшок с растущей коноплей. Ну я тут начинаю обращаться, значит, разгоняюсь. Свободу! Растениеводу! И требую вернуть горшок цветочный. Они еще пока не под запретом. Обращение к нации. Тема и вариации. Растаманы! Растениеводы! Вы растили символы свободы по глухим заимкам и шкафам, но ворвались полицаи к вам. Жечь посевы и топтать ростки, и отбить вас не смогли, братки. Растаманы, растениеводы, вы нейтральны были, словно воды, вы беспечны были, словно дым, а теперь ухта вам и на дым. Но не пропадет ваш скорбный труд, наши руки ваших шишек труд. И в ответ на полицаев, бля, зеленеют с вызовом поля. Выйдут сроки, саженцы взойдут, сроют братья вражеский редут. И мощи восставшая природа слабой долей встретит вас у входа. Улыбнется рот, воспрянет рот наш людской, и в плеске вешних вод станет белым черный пароход.